Пик свиного гриппа в Ярославле ждут в середине февраля. Об этом заявила главный внештатный эпидемиолог регионального департамента здравоохранения Елена Христофорова. Сейчас в области 10 человек, у которых выявлен вирус H1N1. Большинство – жители Ярославля. На борьбу со свиным гриппом власти потратят 20 миллионов рублей. Тем не менее, пока, по заявлению специалистов, эпидемиологического подъема в регионе нет. Это штамм 2009 года. Опасен он тем, что, к сожалению, еще у населения не сформировался иммунитет к данному вирусу, поскольку он новый, он появился в 2009 году, поэтому он так и называется, вирус H1N1-09, вирус гриппа А. Поэтому пациенты, которые сталкиваются с этим штаммом, очень быстро заболевают и очень быстро возникают осложнения при заболевании, которые при обычном гриппе возникают на 5-7 день, при данном вирусе они возникают с 1-2 суток. То есть это заболевание нижних дыхательных путей, пневмония, быстро нарастает одышка, дыхательная недостаточность и может быть тяжелое течение вплоть до летального исхода.